Практически в одночасье участковый из Почепского района Алексей Самолин стал и обладателем новенькой Нивы, и подполковником. Причем второе было полной неожиданностью. Министр Нургалиев, можно сказать, застал участкового врасплох. Я уже, в принципе, человек привычный ко всему, но ноги подкосились, чуть в обморок не упал. Вот так вот было это. Алексей Самолин стал победителем конкурса «Народный участковый», который проводила газета «Комсомольская правда» совместно с МВД. За Алексея в интернете проголосовали более 7 тысяч пользователей. Главный приз – автомобиль «Нива», который уже примеряют на себя и три дочери – Владислава, Альбина и Варя. Мой папа работает участковым. Недавно он стал лучшим участковым России. Он приехал на новой машине. Я сидела за рулем, и мне очень понравилось. Я горжусь своим папой. Не меньше детей за мужа рада и супруга Елена. Кто, как не она, обеспечивает стражу порядка надежный тыл. Ну, конечно, все бывало в нашей жизни. И недовольная была работой. Это знают многие. Потому что бывало по 5-6 недель мы без выходных работали. Дети отца не видели. Тоже 2 недели это было такое. Работе участкового, прямо скажем, не позавидуешь. Это испытание и для самого мужчины, и для его близких. Но Елена с терпением и пониманием относится и к суточным дежурствам, и к ночным звонкам. Горжусь, наверное, тем, что у мужа такой характер, он всегда спокоен. Соседи вместе с семьей Самолиных радуются за своего участкового. Такого бы на каждый участок, говорят они, и преступности пришел бы конец. И участковый хороший, и сосед хороший. Внимательный, старательный. Очень культурный, грамотный, хороший. Всегда может помочь во всем. С любым вопросом обратись, всегда это само поможет. Праздновать победу Алексею некогда. Сразу по возвращении из Ставрополя, где проходило награждение, подполковник Самолин приступил к исполнению своих обязанностей. Это не моя победа. Это заслуга всех моих родственников, товарищей и моих коллег, которые вместе работают со мной, которые знают, и вообще заслуга полицейских всей Брянской области. Весь межмуниципальный отдел Почепский гордится своим коллегой. Еще бы, он лучший в России. Работает у нас уже давно. В моем подчинении он находится уже более 10 лет. В коллективе пользуется заслуженным уважением, общительный парень. Всегда придет на помощь, независимо от того, какой это будет час и время. О данном человеке я могу только положительные отзывы выразиться. Человек постоянно на своем месте. Человек участковый с большой буквы. И буквально вчера, выйдя первый день на работу, он сразу же задержал преступников, которые совершали квартирную кражу. И это ли не подтверждение того, что победа Алексея Самолина не случайность, а закономерность? Александр Новиков, Сергей Сорокин. События. Почеп.